Это мы удачно зашли. Трент, а ты здесь откуда? Да еще и в компании бретонского офицера. Я вас сюда не приглашал. Тилден, ты сам-то здесь какими судьбами? И здесь это где? Я расскажу, Трент. Только не делайте резких движений, а то мои ребята тебя с твоей бретонкой вмиг испепелят. Твоей бретонкой? Ты кто такой? Дерси не сейчас. Да, Дерси, послушай своего голубка, целее будешь. Перевес по стволам на моей стороне. Капитан Уорфиш, орудия крейсера готовы? Накопители заряжены на 43%. У нас есть пара минут, Трент. Что такое здесь? Здесь это логово кочевников. Какими я здесь судьбами? По поручению моего правительства. Орден предал нас. Правительство Либерти покровительствовало Ордену во время его становления, как никакое другое. Но как только Орден вошел в силу, все это было забыто. Все данные по технологиям кочевников были изъяты и засекречены верхушкой Ордена. После его раскола нашим агентам удалось получить доступ к части архива СБА, который относится к логову кочевников. Это огромный завод по производству ударных звеньев истребителей кочевников. Если я смогу его запустить, он будет бесконечно производить зерна кочевников. Каждое такое зерно, направленное в сторону противника, раскрывается в виде роя истребителей. Накопители заряжены. И вам выпала честь присутствовать при этом историческом моменте. Сумасшедший ублюдок! Тилтон, а ты уверен, что после запуска все будет так, как ты сказал? Что ничего не взорвется? Что истребители кочевников не начнут атаковать нас? Капитан Уорфиш, огонь! Командир Тилтон, вы точно уверены? Да, твою мать, да! И если ты сейчас же не выстрелишь, Уорфиш, клянусь, я поднимусь к тебе на мостик и размажу твою башку о ближайшую переборку. Отсюда не находишь. Полностью согласен. Сейчас тут все нахрен взорвется. Трент, шевелись, не отставай. Закрыт. Трент, гляди, слева еще тоннель. Летим туда. Осторожно, Трент. Тут эти вертящиеся мельницы. Чё за нафиг? Впереди двойная мельница.